встречи с видеокнижкой. Она просто восхищает, читая ее удивительные строки, сколько она дарит радости, столько легкости, восторга, что есть такая прекрасная, удивительная пора, которая пришла, которая сияет. И мне что восхитило с первых звуков видеокнижки, как она появляется. Там живет столько солнца, теплоты, такого лучистого сияния, которое разливается для всех. И меня что трогает, читая каждое слово, каждую страничку, словно я читаю эти строчки удивительной песни со сказочником. Что этот голос удивительный, он ведет любимого сказочника. Словно помогает такой формат почувствовать какое-то удивительное действие, как расцвечивается каждое слово этой удивительной песни-сказки. Сколько там живет масштабности, красоты, простора, света и такого лучистого счастья, которое окрыляет и наполняет восторгом и большой радостью читать эти удивительные слова, ощущая ритм, гитары, сколько она дарит теплоты, какие волшебные аккорды. Вот эта сказочная атмосфера песни сказки. Видеокнижка помогает ближе почувствовать какой-то удивительный живой формат, как сказочный спектакль. И там живет столько радости и праздника, столько алых цветов, которые горят как заря, как-то вдохновляя, радуя. Меня что еще трогает, как она и завершается, что, читая сокровенную мечту сказочника, о чем нам ведает он, само это ощущение волшебства, и там столько искристости, звездности, что вот это волшебство, вот эта мечта, она и проявляется дальше. Что такое ощущение, видеокнижка вроде завершается, но нет такого ощущения, что наоборот все это разливается, как солнце, как лучи этой сказочной мечты. Воплощение, такой очень сказочный образ. Щедрости, многоголосия, восторга, единодушия. Такого счастливого праздника. Читая слова, наполняешься таким восторгом и красотой. Красотой звучания, слов. И что такое спектакль, что он ведет тебя. Строка за строкой, ощущая сказочные слова, их ценность каждого слова, как оно расцвечивается благодаря музыке, благодаря такому красивому шрифту. Ну, это удивительно. Я очень-очень рада, что вышла такая удивительная новинка, дарящая вдохновение и радость. Спасибо огромное. С такой восторгом.